Я тебе не жилеты, и ты не отыщешь. Я сказал не зараз. Вибачте за незручності, пане Гоплі, але це наказ капітана. Будь ласка, вдягніться тепліше. На дворі зараз дуже холодно. А ти какую музику любиш, Пепа? Я люблю эту. Она ужасно взрослая. Мы уже приехали? Пока нет. А сейчас-то приехали? Нет. Уже приехали? Нет. А теперь приехали? Да. Честно? Нет. Мы уже приехали? Нет. Мы уже приехали? Нет, мы приехали. Мы уже приехали? Нет. You make me a maniac, but you don't know. But baby, like, shit is crazy, right? And it's your baby no more. Начинаем запись. Чтобы петь, нужно учиться. Если, конечно, хочешь стать звездой, а не дыркой в бублике. Линка, для звезды главное внешность, а голос мне Генка сделает. Минуточку, это не так быстро. Ага, готово. Ромашка, ромашка, белый лепесток, в волосах крышка, воздух. Ты умеешь свистеть, Сюзи? Нет. Да я тоже не умею свистеть. Вот так? Ты что, не в школе? А вы что, не на работе? Это, а ты давай это, я первая спросила. Не учимся сегодня, карантин. А если я класснуке позвоню? Все равно не пойду. А что так? Ничего. О, тогда ладно, причина уважительная. Ты что? Damn, mommy, I just wanna... Я просто отдыхаю. Ну-ка, дай лапы. Тяни, пятачок. Ага. Ой-ой-ой, больно. Все ясно. Он застрял. Это все потому, что у кого-то слишком узкие двери. Нет. Все потому, что кто-то слишком много ест. Ой-ой-ой. Do your job, Herb is the name, and Baller did the chain. Torn on for the watch, crazy plain Jane. Сколько вы весите? 135. А хотите весить? Ну, 90. Так, 135, 90, это 45 килограмм. Ну, я не знаю, можно ногу отрезать. Можно вас спросить, почему вы такие довольные? Вы что, не боитесь конца света? Откроем ему секрет. Слушай сюда. Мы очень, очень тупые. Уроки английского языка. Птица. A bird. Возле птицы. Me a bird. Так надо. Машина. Car. Ворона. Car, car. Ворона в машине. Car, car in car. Так. Понятно? Нет! Молодцы! Идем дальше. Так. Понятно? Нет! Умницы! Идем дальше. Запишите мне формулу на доске. Конечно. Пишите, энергия равно. Энергия — это буква Е. Большая буква Е. Да господи, заглавная буква Е! Энергия равно! Равно, пишите, равно! Да зачем вы прописью пишете? Как обозначается равно? Как у нас обозначается равно? Параллельными прямыми обозначается равно! Да не вертикальными, горизонтальными! Энергия
равно масса, буква М, масса, буква М, умножить на С, буква... Буква С, молодой человек, вы не знаете букву С? Буква С! Да не русская, английская буква С, а русская С, С русская, С, С русская, без Э, просто С, С пишите, просто С, хрен с ней, пускай так, в квадрате должно быть, в квадрате, да не в таком квадрате, не в таком, все это в квадрате должно быть, господи, двойка, двойка должна быть в углу, мимо, не в этом углу должна, давайте подумаем, в каком углу у нас может быть. Жулик! Нам нужна ваша помощь остановить жулика. Вам нужно сказать: жулик, не воруй. Повторяйте вместе с нами. Жулик, не воруй! Жулик, не воруй! Жулик, не воруй! О, ужас! Ура! Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее получится. Ой, мне звонят. Hello? Is it okay, number best of the best? Beautiful ковер, a lot of, много зеркал, да. Thank you so much. Ты че? Да вот думаю, лечь спать или пойти найти работу? Просто слушай внутренний голос. Найди работу! Он говорит лечь спать. Что? Стой, стой! Ах! Кристина, а какой там ответ в третьем вопросе? Отстань от меня! Тише! Я не дам тебе списать! Ладно, ладно, тихо, тихо! Раз, раз, раз! Я не дам тебе списать! Да тихо! Итак, повторяю, я не дам списать девочки на второй парте! Аня! Аня! Кто там списывает? I'm black. I'm yellow. Red. I'm blue. Открой рот, закрой глаза. А, нет, Свет, опять ты мне какую-нибудь хрень дашь попробовать. Андрюшку вкуснятины не ел никогда. Точно? Да. Ну ладно. Открой рот, закрой глаза. Ну здравствуй, мамуля, пою для тебя. Под сердцем носи. Я Питер Паркер. Доктор Стрэндж. О, выпендриваться будем? Тогда я Человек-паук. Ешь.
Пить хочу. Ешь хлеб. Пить хочу. Ешь хлеб, говорю. Пить. Яд. Пить. Закормили пса, вообще даже хлеб не ест. Кучи прара, прара, кучи, кучи, 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 прара, прара. И пускай капает, капает с неба, иду мокрый коса к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа, дойти к тебе. И что ж, я вам скажу, что у меня в Кувае, давайте сейчас зайдем и посмотрим, что у меня там. И вы увидите, как называется моя страничка. Ого, у меня 44 оповещения, 2 сообщения. Вот вы можете увидеть, что моя страничка называется Колди с единорожками такими. Ну и эти все видео вы только что могли увидеть. Я очень надеюсь, что вам они понравились. Если это так, то поддерживайте меня лайком. Также подписывайтесь на мой канал. И с вами была Юлия. Всем пока-пока!